Мы смотрим на экран, когда другое покажет, вы уходите. Окей, окей. Третий экран это главный, да? Не знаем, нам скажут. Окей. Дорогие телезрители, все, кто присоединился к нам в этот чудесный денек, вы это сделали не напрасно, потому что сегодня в рубрике «Красота» вас ожидает эксклюзивная линейка косметики от компании Lanix M. Больше нигде, я хочу подчеркнуть, что это корейская марка, а все знают красоту и молодость корейских женщин, известного во всем мире. Встречайте, генеральный директор марки Lanix M, наш дорогой и уважаемый гость, мистер Ким. Мистер Ким, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя ощущаете? Что хотите нам сказать прямо сейчас? Собственно говоря, я говорю по-корейски, а потом Хорошо. Наш менеджер Алина переводит. Чтобы было удобнее нам и нашим телезрителям. 안녕하세요. 쇼벤쇼 시청자 여러분. Приветствую вас, дорогие телезрители телеканала Шопеншоу. 오늘 시청자 여러분들에게 가장 이노베이션한 한국산 화장품 브랜드 라미소 라소율 제품을 소개해 드린 것에 관하여 영광스럽게 생각합니다. Я рад приветствовать вас и представить самую инновационную косметику производства Южной Кореи. 당사 제품들은 한국의 전통 화장품 비법을 담은 자연산 친환경적인 제품입니다. Вся косметика производится в экологически чистых районах Южной Кореи с применением и сохранением старинных рецептов красоты Востока. 당사 화장품은 매년 유명 국제 전시에 출품한 제품만을 선별한 것입니다. Вся продукция отвечает требованиям безопасности и экологичности и тестируется на самых крупнейших специализированных выставках Российской Федерации. 이 디플롬은 금년도 인터샴 전시회 때 저희들이 출점해서 받은 것들입니다. Сегодня я представляю вам самый последний диплом самой крупнейшей специализированной выставки Интершарм Российская Федерация. 개인적으로 당사 Lanix M을 대표하여 한국에서 가장 좋은 당사 화장품 브랜드 라미소 라소율 제품을 소개하는 것에 관하여 감사드리는 바입니다. От своего лица и от лица компании, нашей компании, я очень рад за предоставившуюся возможность представить наш бренд и благодарю вас за внимание. 오늘 방송되는 제품에 관하여 당사 매니저 알리나 샤로버가 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. Еще раз благодарю вас и передаю слово моей коллеге Алине Шарове. Ну что ж, мистер Ким, благодарим вас за участие активно, за то, что вы представляете сегодня свой бренд. Ну а мы прямо сейчас подскажем нашим телезрителям, как правильно ухаживать за своим лицом. Друзья, не переключаемся. Впервые на телеканале Шопеншоу. Итак, телеканал Шопеншоу, рубрика «Красота». Не упустите свой шанс 14 июня познакомиться с миром уникальных рецептов. Морской коллаген, масло крокодила, экстракт слизи улитки, экстракты икры и частицы золота, красный женьшень, гриб сахван. Все это и не только в составе уникальной корейской косметики. Остановите время 14 июня в 13, 16 и в 19.00 по московскому времени. Ну а перед тем, как начать нашу программу, хочу напомнить, что сегодня действует эксклюзивное условие. Доставка на сумму 2900 рублей, то есть набирая товар на эту сумму, вы получаете бесплатную доставку. Ну что ж, Алина, давайте поделимся скорее секретами корейской молодости, красоты, ведь корейские женщины выглядят молодо очень долго. В чем же их основной секрет? Вот у нас, например, первым лотом есть увлажняющий крем. Расскажите нам о нем, пожалуйста. Безусловно, сегодня мы представляем самую эксклюзивную марку, бренд, который представлен только сегодня на нашем телеканале. Линейка антивозрастная. К сожалению, у нас наш каркас нашей кожи с возрастом, к сожалению,
не становится плотнее, клетки и связи становятся все слабее и слабее, и, к сожалению, нам необходимо это восполнять в обязательном порядке. Итак, мы восполняем молодость, красоту нашей кожи. 1699 рублей. Вы получаете одну баночку, один флакон, отличный, хороший такой, полной вместимости. Но, Алина, у меня к вам есть вопрос. Вы знаете, мы очень часто представляем марки на нашем телеканале, и нам говорят о том, что дневной и ночной крем должны быть разными. У меня к вам вопрос. Как корейским женщинам удается сочетать все-таки питательность дневного крема и ночного в одном флаконе? Да, действительно, вопрос очень компетентный. Угу. Я думаю, что вы уже не первый день смотрите на корейских женщин, радуетесь их красоте, молодости, ну и немного завидуете. Я думаю, каждый завидует. Нам бы хотелось выглядеть так же хорошо. Конечно. Так. А секрет, в принципе, очень прост. Мы привыкли видеть день и ночь в своем рационе крем. А корейские женщины используют многоступенчатый уход. Mm-hmm. То есть вы сейчас смотрите, да, прекрасный аромат, кстати, у нашего крема. Да, вот действительно. Ощущаете? Знаете, я ощущаю прежде всего, что меня поразило, так то, что крем просто тает сразу же. Вот как столько мне его взять, он просто начинает впитываться со скоростью звука. Почему так происходит? Здесь очень хороший, высококонцентрированный и при этом низкомолекулярный коллаген, то есть о котором я говорила в начале. Очень эффективный. Конечно. Так. Здесь очень низкие молекулы, очень маленького веса молекулы коллагена. Соответственно, они проникают намного глубже в наши коллагеновые волокна. И если представить, собственно, нашу кожу как матрас, наши клетки как матрас, то, соответственно, более высокого качества коллаген, более низкого веса способен проникать намного глубже. Так, а коллаген у нас именно отвечает за каркас кожи, конечно, да, вот эти пружиночки матраса. Мы помогаем нашей коже вытолкнуть морщины. Посмотрите, вот до применения у нас заложились уже определенные морщины, да. Чтобы их вытолкнуть, нам нужно, получается, кожу напитать, конечно, влагой. Для того, чтобы сложился тот самый плампинг-эффект, эффект напитанной кожи, такой детской кожи, красивой младенческой кожи. И когда мы напитываем кожу, смотрите, у нас и носослезная борозда, да, вот под глазиком вот эта темная зона выталкивается, наполняется. И самые серьезные проблемы в области носогубной складки. Вот эти проблемы тоже регулируются, если коллаген правильного качества и его достаточно в коже. Если вы замечали, постоянно у нас какие-то новые процедуры открываются в салонах красоты. Да, но денег не хватит перепробовать все их, согласитесь. Ни денег не хватит, ни, возможно, времени. Это биоревитализация. Итак, друзья, действительно, новые технологии на страже вашей красоты. Напоминаю, что это эксклюзивно представлена у нас линейка от компании. И посмотрите, пожалуйста, что крем с морским коллагеном – это замена и дневному, и ночному кремам. Два в одном. 1699 рублей, 600 рублей ваша скидка. Вы получаете заветную баночку, и вы выглядите так же молодо, так же красиво, как корейские женщины, которые, конечно же, никогда не расстаются с специальными средствами по уходу. В чем же их секрет? Вот мы выяснили, что эта баночка подходит и для утра, и для ночи, но я так понимаю, что секрет все-таки в многоступенчатой, да, формуле. Абсолютно. Много средств. Абсолютно верно. Сейчас мы презентуем один из компонентов нашего ежедневного рациона. Корейские женщины используют много средств. Не менее 5 средств у них в косметичке имеются всегда. Данный крем, конечно же, очень высококонцентрирован. Содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, которая также очень глубоко проникает в слои нашей кожи. Даже самые, казалось бы, недоступные слои, которые в салонах напитываются. В салонах обычно к ним ведет игла. Нам игла не нужна. Бы и не нужна. Так, потому что наши молекулы коллагена, они более маленькие по своему размеру, они проникают глубже, чем молекулы коллагена в обычном креме, поэтому нам не нужны уколы. И вообще, обращаясь к нашим телезрителям, напоминаю о том, что сегодня у вас эксклюзивный шанс приобрести косметику мирового уровня корейского производства по цене, можно сказать, из первых рук. Итак, давайте посмотрим, чем же у нас
нам, чем же нам грозит, в хорошем смысле, повышенное содержание влаги в коже? Вот, как вы знаете, во-первых, повышенное содержание влаги и гиалуроновой кислоты, она у нас изначально заложена в нашем организме, в наших клетках, ведет, естественно, и к напитности, и к прекрасному внешнему виду, сиянию кожи. Нет чувства обезвоженности. Кожа сияет, она прекрасна. Но... Вот мы видим по первой картинке, что крупные молекулы не попадают внутрь, а более мелкие, дисперсионные такие, да, прекрасно погружаются. 1699 рублей. Итак, мы с вами не только увлажняем, подойдите к зеркалу, посмотрите на свою кожу. Возможно, вы видите каждый день сухость. Возможно, вас уже не радуют носогубные какие-то заломы или складки. Может быть, вам не нравится то, как выглядит зона вокруг глаз. Об этом мы поговорим чуть позже. Все эти проблемы, все эти шаги можно решить при помощи крема с морским коллагеном. Алина, почему все-таки морской коллаген? Морской коллаген, он самый высокотехнологичный, он лучше всего совместим с нашей настоящей кожей, с нашими клетками. А, ближе всего? Ближе всего, он лучше всего усваивается. Ну и что ж, друзья, я хочу сказать, что у нас сегодня есть для вас сюрприз. Мы будем прямо в прямом эфире проверять, как воздействует бренд корейского производства на нашу кожу. Посмотрите, пожалуйста, у нас в гостях, встречайте, потрясающий косметолог, известный достаточно на рынке, да, Анна Багратуни, косметолог-визажист, технический косметолог, дипломированный преподаватель косметологии. Здравствуйте, Анна. Анна, подскажите, пожалуйста, мы так много говорим сегодня про этот крем, а как все-таки правильнее и лучше наносить этот крем для того, чтобы он полностью усваивался нашей кожей? Ну, в первую очередь, я хотела бы сказать, что, конечно же, все косметические средства наносятся на очищенное лицо, и немаловажно говорить о том, чтобы все средства наносились по массажным линиям. К сожалению, только не все женщины знают, как это делается. Я бы хотела вам это продемонстрировать и сказать, как работает крем. У него еще есть очень волшебные действия, помимо всего, что говорили вы. В состав входит экстракт корня солодки, а он является фитоэстрогеном. А эстроген – это кладезь, молодость нашей кожи. Подождите. Так, Анна, смотрите, дорогие телезрители, со временем организм женщины теряет выработку эстрогенов. Эстрогены отвечают за что? За красивые живые волосы. Эстрогены отвечают за напитанную упругую кожу, ногти. Это гормоны красоты, это наши женские гормоны, которые со временем, выработка которых начинает падать в организме. И мы таким образом, Ань, получается, извне подпитываем кожу эстрогенами. Совершенно верно, фитоэстрогены. Фито. Сама по себе фитоэстрогеном. И она не стимулирует выработку собственных, она благоприятно воздействует на кожу, омолаживает, создавая каркас, эффективность, создавая молодость кожи. И самое главное, дает пролонгированное действие, пролонгированный эффект. А вы так интересно наносите крем, если честно, я думала, вы будете делать это по-другому. Прокомментируйте, почему? Да, конечно, обратите внимание, мы наносим крем по массажным линиям, и самое обязательно наносить его по линиям наименьшего растяжения кожи. Все движения должны быть направлены строго вверх, никаких вниз движений. Движений натягивающих не должно быть. Только вверх. А вот очень нежно. Да-да-да, вы сказали, нехватка эстрогена, это прекрасно, мы ее компенсируем. А в чем это выражается? В каких проблемах? Вот в данном случае, например, что вы можете констатировать? Какие проблемки мы решаем за счет крема с морским коллагеном? Во-первых, повышается упругость кожи. Так. Это однозначно. Помимо этого еще пропадают морщины. К сожалению, у женщин очень часто провисает вот эта вот область, да, так. Брильки их так называют, носогубные складочки, морщины вокруг углов глаз. И, к сожалению, кстати, область около уха тоже стареет. Сюда обязательно нужно наносить крем. Ага, кстати, не все обращают внимание, а вот именно как раз козелок, ушки, все это выдает возраст женщины. О, смотрите, не забываем о коже, правильно? Коже, обязательно. Коже шеи. Самое главное, на шее тоже движение выполняется наверх. По линиям наименьшего растяжения в коже ни в коем случае не тереть. Не трем. Мягкивающим, впитывающим движением. Все движения вверх. Обязательно уровень декольте, большое женское лицо, чтобы красота и здоровье сохранялось максимально на всех участках кожи. Потому что открытые участки кожи, особенно летом, у нас, к сожалению, стареют, провисает область. Грудина становится немножко некрасивой, сборочки. Поэтому, ну, собственно говоря, обязательно. Зона декольте – это визитная карточка любой женщины, согласна с вами. И, Алин, вопрос к вам. Вот крем в данном случае является как бы двойного действия. Написано, что он и увлажняет, и эффект лифтинга, то есть подтяжки. Расскажите больше про подтяжку.
Абсолютный эффект лифтинга. Это действительно так. Феноменальный комплекс разработан в этом креме. Крем прекрасно напитывает нашу кожу и лифтинг. Почему именно эти два действия соединены в этом креме? Потому что мы не получим пролонгированный эффект лифтинга, если, к сожалению, наша кожа недостаточно напитана. Да? И феноменально обезвожена. Конечно, наш крем должен работать на две функции сразу. Только тогда мы сможем воссоединить и структурировать правильно, как у молодой кожи, наш каркас. То есть по отдельности, да? Дорогие телезрительницы, посмотрите, какой тюбик у вас дома. Если это просто увлажняющий крем, то наверняка вы выпускаете очень много. Просто увлажняя кожу, мы не достигаем лифтинг-эффекта. Если ваш крем называется лифтинг-крем, то только подтягивая кожу, вы тоже не достигнете 100% успеха. Именно совмещение здесь двух этих эффектов и дает нам максимальный результат. Какие еще здесь экстракты используются и добавочные активные вещества? Очень много успокаивающих ингредиентов. Это лаванда, розмарин, орегано, мята перечная. Ведь это все работает не только на то, чтобы наша кожа была успокоенной, но и на то, чтобы она была более увлажненной. Все эти ингредиенты не только приятно охлаждают нашу кожу, но и прекрасно взаимодействуют с другими ингредиентами и позволяют добиться того потрясающего результата. То есть у нас высокие технологии. Это доступный коллаген, который проникает в нашу кожу. Это первое. Второе, мы добавляем к силе коллагена экстракты растений, которые дают нам успокаивающий эффект. Если вы пользуетесь ромашковым кремом или кремом на основе растительных экстрактов, я понимаю, вы им доверяете, но новые технологии же давно шагнули в нашу жизнь. Добавьте морской коллаген, добавьте эффект лифтинга и напитанности вашей кожи. У нас заказали уже 71 баночку крема. Алин, это замечательно. Но у нас есть еще секреты на подходе, потрясающее средство. Мы с вами договорились, что корейские женщины выглядят так молодо и красиво именно потому, что они используют всю линейку. Как Конечно. Вы знаете, они действительно моложе остальных выглядят во всем мире, можно и так сказать. И я бы добавила, что это действительно и сохраненные рецепты, старинные рецепты красоты. Ведь мы не должны упускать, какими бы прекрасными свойствами не обладали наши химические компоненты, мы никуда не должны терять из виду растительные компоненты. Да, многие наши дамы очень доверяют именно растительной составляющей. Конечно. Мы доверяем уходовым средствам из Кореи, корейской марки, потому что корейские женщины выглядят моложе всех остальных, им это удается. Давайте возьмем у них несколько секретов на вооружение. Итак, для того, чтобы крем подействовал максимально, в чем у нас секрет? Я думаю, что первый этап, который мы ни в коем случае не должны упускать из виду, к сожалению, наши российские женщины, ну, иногда пренебрегают этим этапом, это очищение кожи. Очищение, но многие сейчас телезрители возразят. А я пользуюсь мылом. Зачем мне нужен еще дополнительный очистительный компонент? Расскажите нам об этом. Я вам попутно буду демонстрировать данную пеночку. Вот, пожалуйста. Давайте на мне. Смотрите, насколько она приятна. Прошу ощутить ее аромат. Он действительно очень... Прохладный, ненавязчивый аромат, прошу заметить. Очень хорошо, очень прекрасно пенится. Я думаю, наш косметолог это чуть позже нам подтвердит обязательно. И я думаю, что вы чувствуете, даже эта пенка при этом увлажняет кожу. Так, то есть мы не просто убираем следы прошедшего дня, загрязнения с кожи. Это могут быть, между прочим, это могут быть остатки, например, пыли, грязи, остатки выхлопных газов, если вы живете в городе. Анечка, расскажите, что дает нам пенка для умывания? Почему мы отдаем предпочтение именно ей, а не мылу? Конечно, дорогие барышни, хотела бы обратить ваше внимание на прелестный продукт, великолепную консистенцию, приятный цвет, но самое главное, хочется сказать, чтобы ваш крем и косметические средства подействовали, они должны быть нанесены быть на очищенную кожу. Так. Поэтому наша пеночка очень мягкая, комфортная. Вспениваем, да. Самое главное, вспеньте аккуратно. Это средство подходит не только для умывания лица, но также подходит и для кожи шеи и декольте. Обязательно массажными движениями также аккуратно наносится средство на кожу. Дорогие барышни, очищает очень хорошо и помаду с губ, и шею, и декольте. Самое главное, лицо быть должно очищено полностью. Аня, состав входит... а можно ли умывать глаза? Вот тушь, например.
Вы знаете как? Я бы сказала так, очень аккуратно и осторожно, в принципе, да? Единственное, чтобы пеночка не попала в глаза. Можем наносить средства во вспененном состоянии на ватные диски, после чего ватными палочками аккуратно снимать мейкап. Да, более конкретно, чем лучше, чем мыло? Конечно же, во-первых, мыло сушит кожу. Здесь в составе самой пенки содержится гидролизованный коллаген, гиалуроновая кислота. Когда вы умываетесь мылом, кожа, к сожалению, сохнет. И после ощущения смывания с кожи есть ощущение стянутости. Сухости. В составе здесь увлажняющие компоненты, которые великолепны во время умывания, увлажняют кожу, не препятствуют потере влаги из кожи и, самое главное, не пересушивают кожу во время умывания. Я обращаю внимание, что это обязательный компонент ухода. 1399 рублей. Очищающая пенка, которая дает нам эффект абсолютно девственной, чистой кожи, нанося на которую крем, мы имеем эффект. То есть мы экономим, да? Крем работает сильнее. Конечно, крем работает намного сильнее, но хочу заметить, что в данной пенке также существуют увлажняющие компоненты, о которых сказала нам Анна. Они, они очень прекрасно взаимодополняют, то есть создается системный комплексный уход, то есть тот самый уход, который полностью гармонирует с последующим либо предыдущим этапом. Более того, я хотела бы сказать, данная пенка, ну, она просто прекрасно пеленгует наше лицо. Смотрите, у нас просто банный четверг, да, смотрите, мой до дыр, Елена умылась буквально вот с ног до головы, омолодила свою кожу. Я напомню, что в пенке содержится также и уходовый компонент, а это еще дополнительная и сила работы. И уходовые компоненты, и абразивные частицы, потому что только полностью не закупоренные соответственно, поры смогут нам потом ответить взаимностью. А, легкий пилинг. То есть конечно. Мы немножечко приоткрываем наши поры. С мылом, друзья, подчеркиваю, этот фокус не пройдет. Для более того, чтобы раскрыть поры, нужно пользоваться спецсредством. Представляете, если девушка, также наши барышни, еще и пользуются какими-то тональными средствами, допустим, либо просто пыль, она полностью забивает нашу кожу. Мыло просто размазывает, а пенка растворяет эти частицы. Как пылесос, посмотрите. Растворяет всю поверхностную грязь и как бы берет ее на себя, вытягивает из вашей кожи. И посмотрите, какой объем! Это объем же сколько действительно здесь средства? Здесь 150 мл средства. Пенка расходуется очень экономно. Это действительно так, за счет увлажняющих компонентов, которые равномерно насколько хватит нам этого флакончика? Ну, я думаю, не больше, не меньше, на полгода. На полгода. Хватит. На 6 месяцев красоты. Вспомните, вы наверняка ходили к косметологу, делали там чистку. Сколько стоит сейчас делать мануальную или ультразвуковую чистку косметолога? Порядка 2000 рублей. Но, приобретая несколько средств, имея целую линейку ухода, вам не нужно больше ходить к косметологу. Вы сам себе косметолог. Вы дома занимаетесь многоступенчатым уходом за своим лицом. Итак, мы сейчас выявили формулу красоты корейских женщин. Сначала очищение и позже напитывание хорошим качественным кремом. Конечно, но это чуть позже. А сейчас я думаю, что мы имеем честь... Что-то пропустили. Этап какой-то, да? Конечно. Тонизирование. Что-то есть такое. Так, хорошо, давайте перейдем к тонику. И следующий этап, о котором я говорила, и обязательно должны знать наши телезрители, это обязательный уход, обязательный этап в уходе корейских женщин и, в принципе, любой женщине, которая хочет иметь пролонгированный антивозрастной эффект, это тонизирование. Тонизирование. Кожи. Итак, я подчеркиваю, сначала мы при помощи пенки удаляем загрязнение, далее наносим тоник. Обязательно. Тоник нужно наносить обязательно. Причем такая хитрость, научно доказана, что у нас в течение 3 секунд сразу после умывания у нас кожа начинает терять воду. Так. Буквально мы должны просто бежать за следующим этапом. Крем, он, конечно, может доставить очень много нужно питательных веществ. Нужно подготовить кожу. Но подготовить просто необходимо. Тоник, он имеет приятную консистенцию, очень легкую консистенцию. Вот прошу вас убедиться, соответственно, вот, самой. Милые наши дамы, давайте я сейчас хочу побыть на вашем месте. Вот мне довелось. Давайте посмотрим. Нам нужен ватный диск, да? Для того, чтобы нанести тоник правильно, я правильно понимаю? Да, он тоник наносится ватным диском. Вот заметьте, какой приятной текстуры. Очень приятно пахнет. Я думаю, что вы это оценили тоже.
Данный тоник и вся линия в целом не содержит никаких искусственных красителей, отдушек, парабенов. То есть полностью натуральная серия. В начале нашей передачи да, мы говорили. Вы абсолютно правы. Вот дешевые тоники, например, в общеизвестных масс-маркетах стоят действительно копейки, но при этом туда добавляются и парабены, и отдушки. У многих людей это вызывает аллергию. Конечно. А наш тоник, помимо того, что он гипоаллергенный, я прочитала вот здесь, вот давайте посмотрим. Смотрите, здесь написано «С морским коллагеном». Да? Этот тоник действительно нас увлажняет и подтягивает. Вот, moist and lift, да, увлажняет тоник и подтягивает. Тоник является, в принципе, самостоятельным этапом также в уходе антивозрастном. Mm-hmm. То есть он действительно дает такой же лифтинг-эффект. Mm-hmm. Просто он является подготовительным этапом. Более того, если мы говорим о тонизировании кожи, о восполнении ей питательных веществ, которые мы, возможно, могли потерять при умывании, mm-hmm. хотя наша пенка прекрасно их компенсирует, данный тоник содержит те же самые успокаивающие ингредиенты. Это лаванда, розмарин, орегано. Прекрасно восполняет и нормализует наш гидролипидный барьер. Uh-huh. Гиалуроновая кислота в составе, я еще раз напоминаю, низкомолекулярная, она прекрасно следит за этим. А гидролипидный барьер, это по сути барьер нашей кожи, да, через который не проникают всевозможные микроорганизмы и конечно, прочие. Это та самая защитная пленочка, гидропленка. Мы ее не нарушаем, мы ее восстанавливаем. Мы ее должны восстанавливать обязательно. А то получается, что наша женщина, умываясь мылом, думает, что она делает хорошо своей коже. По сути, она смывает полностью весь гидролипидный барьер. Кожа сушится, кожа становится покрасневшей, да? Она становится уязвимой. А представляете, если к этому еще добавить нашу сезонность, это весенне-летний сезон, это очень агрессивное влияние солнечное, опять солнечное влияние. И стоит с такой кожей выйти да, на улицу, получить просто загрязнение уже внутреннее, начинаются прыщи, начинается микровоспаление, а мы спрашиваем, почему? Да потому что защитный барьер кожи необходим. И эти данные мягкие средства его поддерживают и восстанавливают. Соответственно, сначала мы должны прекрасно открыть наши поры, очистить, а затем прекрасно протонизировать их и закрыть. То есть подготовить, для того, закрыть наполовину, для того, чтобы потом последующие этапы это крем. Это крем. Это сыворотка, чтобы они прекрасно взаимодействовали с кожей. Итак, друзья, напоминаю о том, что у нас первым лотом был увлажняющий и подтягивающий крем, который вы наносите и днем, и вечером. Следующий лот – это очищающая пенка, которая позволяет очистить вашу кожу перед применением крема. После очищения мы наносим тонизирующее средство «Тоник» от компании. Название этой линейки «La Sol». Посмотрите, 1600. La Sol, точнее. Да. 1699 рублей стоимость. И я напомню еще раз, что данная линейка продуктов была представлена эксклюзивно на нашем телеканале, потому что это эксклюзивный вариант косметики для российских женщин. Сегодня, только сегодня, проверенные красоты корейских потрясающих красавиц, которые остаются молодыми до самого зрелого возраста, и они готовы сейчас поделиться с нами своими секретами, открыть завесу, приоткрыть завесу тайны, как все-таки оставаться молодой и красивой. Мы уже выяснили, что для этого нужна в первую очередь целая линейка средств, которая позволяет грамотно очистить, тонизировать, нанести крем и другие виды уходов. Это все сегодня, это все эксклюзивная косметика. В час, в 4, в 7. В час, в 4, в 7 это время появления рубрики «Красота» на ваших экранах. Но мы продолжаем. Ну что ж, мы уже приобрели дневной и ночной крем, мы приобрели очищающую пенку, тоник. А что у нас на очереди? Ну а сейчас такой самый вкусный компонент нашего рациона, который просто обязательно должен у нас быть в нашем ежедневном уходе, это, конечно же, крем для кожи вокруг глаз. Сейчас, опять же, лето, агрессивные солнечные ожоги, соответственно, в связи с этим пигментные пятна. Пигментные пятна, это проблема. Конечно же. Добавим к этому выраженные мимические морщины, возрастные морщины, темные круги под глазами. Я думаю, женщина в любом возрасте с этим сталкивалась. Ну и, конечно же, припухлости, отеки. Это вот все выдает наш возраст. Смотрите, да, я хочу обратить внимание на консистенцию крема. Как только я его наношу под действием моего собственного тепла, он буквально тает
Вы видите? Да, крем обладает тающей, абсолютно легкой текстурой, не липкой. Липкость недопустима в зоне вокруг глаз. Согласна. Этим принципиально отличается данное средство от продукции масс-маркета, где, опять же, содержится много отдушек и компонентов, которые действуют только на текстуру, но не на результат. Так, какие результаты мы получаем при помощи крема для кожи вокруг глаз за 1799 рублей? Данный крем прекрасно занимается лифтинг-уходом нашей зоны вокруг глаз. Он прекрасно подтягивает кожу вокруг глаз. Я думаю, что наш косметолог с удовольствием попробует данный крем на модели. Давайте, поскольку это эксклюзивная косметика, даже у нас представлен в одном экземпляре. Алина, давайте, да, действительно поделимся с нашим косметологом, их, чтобы сейчас наши телезрительницы смогли оценить эффект до и после, чтобы они могли понимать. Конечно, дорогие барышни, хотелось бы очень уделить проблему кожи вокруг глаз. Почему, к сожалению, с возрастом, посмотрите, появляются в нашей модели хорошо заметно гусиные лапки вокруг кожи в области глаз. Но самое главное, крем для области век вы обязательно также используйте и области вокруг губ. То есть у вас получается два средства. Об этом не забывайте никогда. А вот эти мелкие морщинки, да, Ань, которые с возрастом на губах образуются, куда помада затекает, вот именно с ними, да, тоже боремся? Конечно, совершенно верно. У нас такое строение глаза, что здесь совершенно нету под кожей жировой клетчатки, она очень бедна, поэтому, к сожалению, с возрастом провисает вот эта область, и также область вокруг губ, образуются кисетные морщины. В составе крема входят очень ценные компоненты, такие как пептиды, аминокислоты, которые являются построительными структурами кожи, нашей молодой кожи. И для того, чтобы продлить ее молодость и красоту, обязательно нужно использовать не только средства вокруг области глаз, но и средства это же использовать и вокруг области губ. Вообще для меня это, конечно, новость, что можно еще и губы напитать. Конечно. А ведь действительно на губах очень нежная кожа, такая же, как и в области глаз. Итак, друзья, мы с вами с какими проблемами, еще раз, морщинки, я поняла, мы убираем этим кремом. Что еще мы можем убрать при помощи крема для зоны вокруг глаз? Я бы сказала, что, конечно же, мы боремся с синевой, с отечностью. Почему? Потому что в состав крема входят компоненты, которые улучшают дренаж этой зоны. Если вы будете использовать крем утром и вечером, конечно, вы добьетесь омолаживающего эффекта. Но самое главное, регулярно использовать. И помимо этого еще хотелось бы сказать, что очень многие женщины не умеют наносить просто крем для глаз. Поэтому этому тоже я хочу уделить внимание. Давайте. Крем для области век обязательно наносится по верхнему веку, по косточке. После этого от внешней стороны наносится к внутреннему углоглазу, по нижней части. Но обратите внимание, милые дамы, крем для области глаз не наносится на подвижное веко и не наносится близко к веку. Почему? Потому что может появиться отечность. И, собственно говоря, вот эта зона будет достаточно увлажнена, если вы обработаете этот периметр. Ну вот вы сказали, дренажный эффект, то есть у кого отекают с утра, допустим, глазки, вы видите в зеркале отражение, которое вас не устраивает, все, что вам нужно, это подобрать правильный крем для зоны вокруг глаз. Вот и все, друзья. Даже если вы сейчас не можете себе позволить заказать всю линейку, подумайте, где вы хотели бы решить свою проблемку. Если у вас очень много, например, вот таких гусиных лапок, да, как в простонародье называются, морщинки мимические от улыбочки. Смотрите, если у вас именно глаза нуждаются в первой помощи, 1799 рублей, и вы почувствуете результат. Более того, я говорила о проблемах, которые здесь решаются. Это пигментация, это темные круги под глазами, это мешковатость под глазами. За счет лифтингового эффекта я не упомянула о самом, наверное, таком значительном компоненте этого крема. Это пептидный комплекс. Это самый мощный комплекс. То есть он у нас изначально заложен, это органические соединения, он заложен в нашей коже. Но благодаря искусственному введению через крем, через крем, который глубоко проникает в нашу кожа фактически начинает лечить сама себя. То есть клетки, если они были деформированы и принимали неправильную форму, они становятся вновь прежними. То есть вот та самая значимость пептидного комплекса. То есть это такой микрохирург, который работает у вас в зоне вокруг глаз, восстанавливает, убирает отечность, убирает темные круги, убирает ранние мимические морщины, увлажняет вашу кожу и даже восстанавливает наши клетки. И все это благодаря косметике корейской компании Ласайор. Итак, друзья, вы на ваших экранах. Действительно, если ваши глазки нуждаются в экстремальной помощи, быстрой помощи, 1799 рублей, но я бы все-таки вам рекомендовала взять товаров хотя бы на сумму 2900, потому что в этом случае вы не оплачиваете доставку, ведь доставка у нас сегодня по акции для этой суммы бесплатная.
Ну что ж, мы прошлись уже по лицу, по очищению, тонизированию, зона вокруг глаз. И что же у нас на очереди? Я бы назвала этот этап самым главным в уходе для зрелой кожи, интересно, для возрастной кожи. Это сыворотка. Часто мы слышим эти слова, к сожалению, не часто мы имеем в своем уходе сыворотку. Мы тоже, да, сыворотка, я слышала, что это более эффективная вещь, чем крем. Но действительно, я вот думаю, нужна ли она мне или обойдусь кремом? Вот, нет, объясните. Она обязательно нужна. Мы говорим о лифтинг-эффекте. То есть, если зрелая кожа, то это лифтинг-эффект. Сыворотка принципиально отличается от крема. Здесь имеется более мощная концентрация питательных веществ. Вот я специально нанесла совсем мало, чтобы показать телезрителям, что сыворотка такой продукт, который берется в минимальном количестве, да? Вообще добавлять в крем или мазать вот поверх? Его можно наносить самостоятельно, можно добавлять в крем. Я думаю, что перед использованием крема сыворотка, использовать сыворотку будет максимально оптимально. А вы знаете, у меня был такой опыт, я ездила на морское побережье, и вот там ветер, лицо становится обветренным, опять же, загар добавляет сухости. Я взяла с собой, кинула в чемоданчик только сыворотку. И, знаете, я спаслась ей, я приехала с курорта, моя кожа была настолько напитанной, и видно, что у нее энергетический заряд был максимальный. Я считаю, что это именно было благодаря тому, что у меня с собой была сыворотка. Очень хорошо подобрали слово «энергетический заряд». Она дарит действительно тот самый заряд энергии кожи, витаминов кожи, и за счет ее гелевой консистенции она дарит тот самый лифтинг-эффект. И более того, он очень видимый. Вот я бы хотела... Все-таки отличие больше сыворотки и крема. Ань, чем сыворотка принципиально отличается? С удовольствием расскажу. Конечно же, сыворотка для наших российских барышень не только это новое средство, но наше средство инновационное в каком плане? Мощный омолаживающий комплекс. Экстракт, растительный экстракт, розмарин, мелисса, камелия, собственно говоря, пептиды, про которые мы уже говорили, бетаин, панотерол в составе. Это очень мощный омолаживающий комплекс, видимый сразу результат и эффект. А давайте проведем эксперимент. Вот возьмем нашу модель и сывороткой пройдемся по одной половине лица. Мы хотим сейчас посмотреть, какой будет результат. Будет ли видимое изменение сразу после применения сыворотки? Конечно же, сыворотка обладает очень мощным лифтинговым действием. Во-первых, она готовит для нанесения крема дальнейшего, и в ней наиболее ценные компоненты в высоких концентрациях. Сыворотку нужно обязательно использовать курсом и постоянно. Курс это сколько? Скажите, вот как, 10 дней используем сыворотку, потом отдыхаем или как? Совершенно верно. Активно мы используем сыворотку в течение 10 дней, два раза в неделю. Потом мы делаем перерывы и используем сыворотку 2-3 раза в неделю. Но самое главное, что сыворотка усиливает действие косметических кремов, которые мы наносим после. То поэтому есть... использование сыворотки, конечно же, обязательно. Если она, обращаю внимание, что сыворотка усиливает действие крема, а если это еще и одна линейка, то, конечно, она в 10 раз делает крем более работающим. Поэтому напоминаем всем, с чего мы начали, что корейские женщины остаются такими красивыми и привлекательными благодаря тому, что они не пользуются одной баночкой крема или кремом на день и на ночь. Они используют мощную многоступенчатую систему. Знаете, если вы любите приобретать для себя, для дома какие-то вещи, товары наверняка заказывали. Вот мы, кстати, видим разницу. Секундочку, давайте отвлечемся. До и после. А вы знаете, я в свою очередь хотела бы узнать мнение нашей модели. Я говорю о тех самых пептидных комплексах, успокаивающих ингредиентах. Вот какие ваши ощущения? Модель нашу прекрасную зовут Екатерина. Как вы ощущаете себя после использования этой сыворотки? Я ощущаю очень легкую, приятную текстуру, свежесть и невероятное облегчение, потому что сейчас погода такая неустойчивая, солнце сушит кожу, и после этой сыворотки вот как будто утром я проснулась, умылась и побежала. И как приятно видеть те самые результаты до и после вот конкретно нашей модели сейчас. Да, действительно, мы видим с вами, что сыворотка мощнейший компонент многоуровневой системы работает. И еще раз, смотрите, если вы сегодня приобретаете весь комплекс, то есть приобретаете очищающее средство, увлажняющий крем для дня и ночи, сыворотку, а также средства вокруг глаз, вы вкладываете в себя. Один раз
позвольте себе заказать сразу несколько средств. Потому что, во-первых, вы сэкономите, потому что сегодня у нас цены премьеры, цены со скидкой. Во-вторых, вы сэкономите на доставке. Где-то это даже до 1000 рублей, все зависит от региона, в котором вы проживаете. И в-третьих, вы обеспечите себе, Алин, не только остановку, да, развития стареющих факторов. Конечно, я думаю, что мы сможем повернуть время вспять. Повернуть все-таки. Конечно, я думаю, это достаточно громкие слова, но мы говорили о куче полезных компонентов нашей прекрасной линии Лосаюль. Я думаю, что мы действительно сможем это сделать. Ну что ж, линейка Лосаюль представлена на телеканале Shop & Show эксклюзивно. Морской коллаген на помощь вашей коже. Будьте красивыми и молодыми. Это сейчас никогда еще не было так доступно. Ну, а для вас у нас подготовлен сюрприз. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Ну что ж, давайте поговорим сейчас об особом уходе. Называется этот уход косметические маски. Причем у нас представлены не обычные, а маски, которые сейчас просто фурор произвели в интернете. Так называемые маски с добавлением различных экстрактов и... Называются они у нас альгинатные маски. Альгинатные или маски. Или просто модулирующие. Я думаю, сейчас это название говорит само за себя. Модулирует как саму лицо. Нашу кожу, модулирует лицо и овал лица. Действительно, есть два фактора старения. Ну, к примеру, это сухая кожа, на которой образуются морщины, а второе – это птоз, или так называемое, да, ослабление каркаса ткани. И вот именно при помощи этих масок мы само лицо моделируем. Давайте посмотрим на эффект, который происходит. Да, мы его моделируем, маска. И достигается тот самый эффект мезонитей. Мезонити, мы не обязаны их вводить подкожно. Это очень дорогая косметологическая процедура. Ну и потом непонятно, что с ними делать, рассасываются. Конечно. Они или нет. Более того, и она имеет очень много противопоказаний. Вот сейчас применение альгинатных вот масок до и в салоне. После. Да, смотрите, до и после зафиксируйте результат. Посмотрите, как приподнялись черты лица у нашей модели Елены. И все-таки хочется акцентировать внимание, что это особый уход, который сейчас очень широко представлен в косметических салонах, конечно, клиниках. Да, все клиники столичного региона уже давно испробовали эту процедуру, и также и региональные клиники. Также я надеюсь, что наши телезрители, у них сейчас предоставляется эта возможность, и жители регионов, и столичного региона смогут это оценить тоже. Давайте оценим 1099 рублей за маску, альгинатную маску, которая сейчас является просто самым популярным и действующим средством. Действенным средством. За эту цену, посмотрите, вы получаете лифтинг-эффект, вы получаете уход, то есть сколько стоит поход к косметологу, ну точно не 1000 рублей, а более в разы. А этой маски хватит на сколько раз? Маска, она одноразовая, но данный комплекс масок подобран специально так, чтобы был, опять же, этот самый комплексный уход. То есть мы подготавливаем полностью нашу кожу к нашему летнему сезону, насыщаем ее полностью влагой. Нам не обязательно ехать на море для того, чтобы почувствовать Подпитать. Силу альгинатов и водорослей. Да. Я ведь хотела напомнить, что же такое альгинаты. Альгинаты – это у нас соли альгиновой кислоты, они добываются из водорослей, и, соответственно, мы не сможем их... сделать из них отвар. Мы не сможем, как ну, из ромашки, сделать отвар, конечно. Ну, вряд ли, да. Можно пойти на рынок и купить морские водоросли. Это исключено. Ну, вот сами водоросли к нам пожаловали. И какие активные вещества, точнее, на что вот эти альгинаты влияют, по сути? Альгинаты, во-первых, стимулируют очень хорошо выработку собственного коллагена. Помимо того, что восстанавливают гидролипидный баланс, восполняют недостаток коллагена и коэнзима, они стимулируют синтез собственного. Это внимание, если до этого мы использовали крема, сыворотки, которые извне доставляют нам коллаген, то сейчас потрясающий эффект, потому что маска альгинатная запускает синтез вашего собственного коллагена, а это откручивает ваши часики на несколько лет назад. И впредь, да, если запускается синтез коллагена, он какое-то время продолжает работать. Это будет функционировать на протяжении еще долгого, длительного времени. Мы сейчас видим консистенцию, косметолог пробует на нашей модели. Консистенция будет пластифицирующая. Чем интересно
именно эта маска и полезна. Она полностью заполняет наши поры и морщины. Да? Это полностью... Да, это действительно так. Это видимый результат. Под маску мы можем спокойно положить тоник. Мы можем положить сыворотку. И представляете, никакого испарения сыворотка, например, полностью усваивается. Да, будет усвоена на 100%. То есть вы не потеряете ни одной копеечки, которую вы заплатили за эту сыворотку. Итак, маска действительно волшебная. Мы сначала, она сначала по виду очень мягкая. Мы ее наносим. Сколько придется нам подождать? Я думаю, что где-то 20-30 минут вполне будет достаточно. Сейчас косметолог это показывает на модели в горизонтальном положении. Ой-ой-ой, посмотрите, она на брови наносит. Не получится ли у нас эффект депиляции? Ни в коем случае. Нет, барышня, совершенно спокойно. Можете наносить около волос, на брови. Не переживай, что маска попадет или выдернет волосы. Ее можно наносить даже на закрытые глаза, даже на ресницы. Самое главное, у маски очень мощный лифтинговый эффект. Очень а давайте мощный. Посмотрим. То есть мы можем нанести полностью на глаза. Слушайте, ну так это же какой плюс? Обычные маски написано не наносить под глаза. А здесь мы работаем с этой зоной, да? Да, совершенно более верно. Того, маску нет необходимости смывать. Анна это подтвердит. Мы не смываем эту маску после применения. И... Она если позволяет честно, добиться... Да, я поняла. Вот если честно, многие ленятся делать перед сном маску, потому что пока ее смоешь, конечно. Это же 15 минут здорового сна. А представьте, вы нанесли альгинатную маску, сняли ее одним движением и спокойно пошли спать. То есть каждый раз мы экономим 15 минут на засыпание. Да, более того, мы экономим на походе к косметологу, мы отнимаем хлеб у нашей Анны, возможно. Возможно. Но кто-то захочет просто вот полный релакс вот так ощутить, да, работая себе, но вы вполне можете наносить маску и дома самое главное, эта маска имеет именно видимый сразу, видимый лифтинг-эффект. То есть как только мы снимем эту маску, и мы обязательно покажем эффект до и после также, кожа будет заметно осветлена, то есть пигментация будет обязательно регулироваться. И мимические морщинки, вы их не заметите после применения. Вот это да! Это смотрите, доказанный друзья. Клинический результат. Давайте, ну мы сами его, конечно, проверим обязательно. Лифтинг-эффект – это эффект подтяжки. Со временем, я просто объясню, для, может быть, кто-то не в курсе, со временем наше лицо постепенно под действием силы тяжести опускается, нам нужно его время от времени приподнимать. Поэтому мы пользуемся масками не каждый день, а с какой частотой? Ну, я думаю, данных масок, в принципе, периодичность будет где-то раз в неделю, раз в две недели. Все возможно. Более того, мы эту маску можем применить сразу перед каким-то важным для нас мероприятием. Конечно, наша модель сразу на вечеринку. Например, встречи одноклассниц. Вот представляете, все, каждая женщина хочет выглядеть красивее, моложе своих сверстниц, но согласитесь, и это сделать как нельзя просто при помощи нашего предложения. Альгинатные маски 1099 рублей за курс омоложение. Алина, скажите, в чем разница? Какую все-таки заказывать, голубую маску или зеленого цвета? В чем конкретно разница? Маска зеленого цвета у нас чайным деревом. Подойдет обладательницам чувствительной кожи, очень обезвоженной кожи. Маска с гиалуроновой кислотой подойдет обладательнице, опять же, обезвоженной и сухой кожи. Итак, смотрите, если у вас проблемы, нужно успокоить кожу, мы используем чайное дерево. Если вам нужно увлажнить, да, гиалуроновая кислота? Мы используем маску с гиалуроновой кислотой. Более того, мы их можем свободно комбинировать. Это только улучшит наш итоговый результат. То есть это действительно так. Итак, друзья, делайте, пожалуйста, весь уход за своей красотой дома. Вот мы сейчас подготовились. У нас есть модель Наталья, которую заранее нанесли альгинатную маску. И сейчас будет волшебство. Внимание! 3, 2, 1. Что мы делаем, Ань, сейчас? Сейчас будет волшебство настоящее, потому что альгинатную маску очень легко нанести и очень легко снять. Самое главное будет ожидаемый лифтинг-эффект. Наши девушки уже выглядят красиво, как канонические статуи эпохи классицизма. Все-таки насколько эффектна эта процедура и результат, лепка, я думаю... Да, просто лица. Да, действительно. Это настоящий контуринг. Это контуринг заново. Но только чтобы вот подтянуть лицо, нужно пройти 10 сеансов массажа, профессиональную аппаратную косметологию. Посмотрите, наша кожа, она омолаживается. У нас, смотри, какие щечки. А давайте по секрету я сообщу, сколько же лет нашей модели. Нашей Наташе 57 лет. Смотрите, мы просто с маской, мне кажется, сняли лишние годиков 5-7.
Минус 10 лет. Вот так вот вы будете выглядеть. А ведь действительно, смотрите, скулы повыше стали, да? Да, действительно. То есть формируется новый овал лица. Овал, смотрите, да. Кожа опять, она более светлая. Угу. И, естественно, мы не видим каких-то глубоких морщин. Угу. Посмотрите, опять же, ну, те же самые, вспомним наших прекрасных азиатских женщин. Азиатские женщины, страна восходящего солнца, Корея, вспомните, они выглядят потрясающе, до седин, да, и в этом им помогает, конечно же, они живут в большинстве своем на берегу, на берегу морей, океанов, этот морской климат, так вот, морские плюсы этих активных веществ мы можем принести к вам домой в виде уходовой косметики. Смотрите, наша Наташа преобразилась, 57 лет, ни за что бы не дала 42 максимум, правда? Это действительно так. И еще раз хотела бы привнести вот тот самый, ту самую значимость вокруг этих альгинатных масок, потому угу. что это действительно сейчас обязательная процедура при каком-то, если комплексном омоложении мы заказываем в салоне красоты, вы обязательно пройдете альгинатную маску в салоне красоты. Но там вы переплатите, конечно, за услуги мастера, за аренду зала, за рекламу. Я бы хотела еще добавить такой момент. Если вы видите, это у нас прекрасный такой стаканчик. Угу. Мы очень показывали, удобный. Как им пользоваться. Мы прям в нем наносим, снимаем, разводим прямо здесь. То есть не нужно ничего внутри пачкать есть отметка, есть отметка, до которого состояния можно наливать воды. Можно добавить спокойно тоника любого средства, которое вам очень нравится. И шпатель также внутри. Нам не нужно никаких дополнительных... Вот показывает сейчас Елена, она сама... справляется с нанесением маски, подождать 20 минут, и вот таким образом вы лепите себе новое лицо. 1099 рублей, и вы обладательница нового лица, подтянутого, свежего, молодого, корейская марка косметики на телеканале Shopping Show. Это эксклюзив. И я напомню для тех, кто, может быть, подключился к нам недавно. Сегодня вы можете заказать у нас увлажняющий крем с увлажняющим лифтинг-эффектом. Вы можете заказать очищающую пенку, которая позволяет предварительно подготовить кожу, тонизирующее средство, уход вокруг глаз и сыворотку, а также маски. Мы еще вернемся к вам. Спасибо, что были с нами.